Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник, и сегодня хочу представить вашему вниманию одну книгу, автором которой является Дмитрий Печоркин, эксперт по продаже информации в сети интернет. Свои первые деньги он заработал именно таким способом. Его книга «Партнерские продажи с полного нуля. Пошаговый план» – это пособие, как зарабатывать на партнерских программах бесплатными методами. Книга небольшая, в ней всего 70 страниц, написана простым языком и имеет действительно четкие пошаговые инструкции как в оглавлении, так и в самом тексте. Давайте посмотрим на оглавление. Вот всего несколько глав, немного об авторе, коротко, важная информация о книге, основные принципы дальнейшей работы довольно подробно Дмитрий описывает и 7 методов бесплатных, благодаря которым вы сможете продвигать ваши партнерские продукты различными способами. Бесплатно. Итак, какие же это методы? Первый – комментарии в блогах. Второе – общение на форумах. Общение в социальных сетях. Реклама в Twitter. Ведение полноценного блога, реклама в статьях для сайтов и реклама в электронных книгах. Давайте рассмотрим один из методов. Допустим, возьмем первый – комментарии в блогах. Посмотрим, как автор дает информацию. Итак, метод первый – комментарии в блогах. Суть метода заключается в том, чтобы оставлять комментарии к статьям в тематических блогах, встраивая в эти комментарии свою партнерскую ссылку. И сразу же по шагам автор определяет, чему мы должны следовать. Шаг первый – определить свою экспертность. То есть нужно взять такую нишу, в которой вы понимаете, которую вы знаете, или хотя бы ту, которую вы можете изучить, и она вам нравится. Второе – выбрать партнерские продукты в этой экспертности. Третье. Выбрать популярные блоги по теме продукта. И здесь уже дается просто инструкция, как найти конкретно те блоги, какие они должны быть, с каким количеством просмотров, комментариев. Все это описано четко в третьем шаге. Шаг четвертый. Подпишитесь на обновления выбранных вами блогов. Желательно, чтобы каждый ваш комментарий был, ну, в лучшем случае, на первой позиции. Потому что самый первый комментарий видят все остальные посетители. Каждый следующий комментарий получается ниже первого. И пятый. Комментируйте. Здесь тоже очень интересная фишка. Оставляйте комментарий к каждой статье в каждом блоге. И далее описано все вплоть до примера практического. Какой должен быть комментарий? Как он должен выглядеть? Что в нем должно быть написано? Вот такие ненавязчивые рекомендации. Итак, подводя итог, хочу сказать, что большим плюсом этой книги я считаю то, что здесь описаны именно бесплатные методы. Потому что благодаря бесплатным методам вы, не вкладывая ни копейки, сможете понять, насколько вам такой метод заработка подходит. Если вам подойдет этот метод, то вы можете его развивать уже и с помощью платных методов. С вами была Людмила Мельник. До новых встреч!